Всем привет! С вами Рита, и давайте узнаем, что произошло интересного в мире. Сбежала ради пива. В США обезьянка Момо сбежала от своего хозяина и отправилась пить пивко. Сообщается, что зверок ранее уже уходил от своего хозяина, но всегда возвращался. В этот же раз примат ушел далеко и надолго, чтобы насладиться небольшой вечеринкой. Все мы немного Момо по пятницам. Житель, заметивший в мусорном баке обезьяну с банкой пива, сразу же сообщил в полицию, и Момо вернулась домой. Вот вам и теория Дарвина. Деловая колбаса. Мужчина сбежал из тубдиспансера, чтобы украсть колбасу. Житель Нижегородской области, помещенный в тубдиспансер 8 месяцев назад, уж очень соскучился по вкусу чего-то солененького и принял решение покинуть больницу. Мужчине удалось проникнуть в супермаркет и украсть несколько сырокопченых колбас на сумму около 13 тысяч рублей. Как ни странно, ни пропажу нижегородца, ни его возвращение никто не заметил. Фермерский рассвет. В Соединенных Штатах мужчина вырастил тыкву весом 1300 килограммов. Известно, что житель США потратил более 15 тысяч долларов, чтобы вырастить такой овощ-гигант. А для доставки самой большой тыквы ему понадобилось преодолеть 3000 километров из Миннесоты в Калифорнию. Энтузиаст решил не просто выиграть конкурс, но и потратить полученные деньги на выращивание новой, еще более крупной тыквы. В его доме Хэллоуин точно будет в ударе. Мышеловка в Кургане. Женщина забралась в квартиру, чтобы украсть сыр. Жительница Курганской области оторвала руками железную оконную решетку и забралась в чужой дом. Украв сыр, она решила, что этого недостаточно, и прихватила с собой еще металлическую цепь и ведущую звезду для бензопилы. Вот таких мышей можно встретить в Кургане. На этом все. Оставайтесь с нами, у нас всегда интересно. Всем пока!